Подозревается в получении взятки. Уголовное дело возбуждено в отношении начальника отдела Минскэнерго. Это официальная информация Следственного комитета. За победу в двух тендерах, которые проводило предприятие, начальник отдела материально-технического снабжения в минувшую среду получил вознаграждение в $500. Следствие проверяет, возможно, задержанный причастен к совершению и других противоправных поступков. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось подозреваемому за дачу обязательных для исполнения подчиненным сотрудникам указаний об организации победы данным обществом в двух процедурах закупок, проводимых РУП «Минскэнерго», и как следствие подписания договора поставки.